Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Японию по вашему голосованию. Так что, если вы вдруг не в курсе, что происходит, то идите к первой серии, там я все и объясняю, и всегда лучше смотреть с самого начала. Блин, я боюсь, что я фортолезу не смогу захватить, у меня оба танка очень поломаны. Слушайте, а может этим смогу? Подождите-ка, я больше ни с кем не воюю, кроме бразильца. Да, отлично. Да. Слишком раненый юнит. Ладно, знаете что, мы вот сюда встанем и возьму повышение. И вот этим танком я уже, наверное, фортолезу захвачу. Я еще ход могу продержаться. Чего в верфи не строить? А, во, верфь. Но... Не, ладно, все равно здесь сыграю. Четвертую, блин, у меня группа четвертого уровня. Прям какие-то эти... Квин, блин. Лян полностью прокачана. Не, не буду пока тут ядерку бросать. Двадцать один ход, говорят. Осталось. Так, хорошо. А, это в Бразилию бегало, да? Значит, Финикия, Голландия, Франция, Индонезия, Рим, Китай, Швеция, Турция, Мапуче. В Канаду у меня вообще бегает? В Канаду не бегает. А, все, уже нету великих людей. Тогда лучше в кампусах делать. Там последние великие люди остались какие-то. Исследовательские гранты давайте. Тут судоходство в гавани, потому что тоже флотоводец. Почему я тут не могу провести? Сорян. Не обозвал группу. Моя ошибка. И сразу 100 альбомов продано. Назови группу «Радикальные призраки» и продай кучу альбомов. Так, Стрипхуаны. Союз истек.
Ох ты гадость, не хочет дружбу со мной заключать. Ладно, тогда мне нужны открытые границы. Ну, это из-за того, что я ядерки тут бросаю. Так. Давайте. Так, так. А, не могу. Блин, ну нет. А как... Блин, я не по... Что это говно тут встало? Блин. Как-то муторно все. Мне придется здесь купить огромного боевого робота. Потому что этот умрет, а на роботов не влияет ядерное заражение. Странно, тут эти затопило клетку и выглядит как будто гавань вообще на каком-то отдельном. Так, на аквапарке, на морских курортах. Да, давайте лучше аквапарк какой лучше найдем, не знаю. Или вот верфь. Сюда. Пойдем на верфь к норвежцу. Прости, нафига я фестиваль на Театральной площади провожусь, и у меня уже... Тут уже нет, тут либо ученый, либо инженер, либо флотоводец. Вот это надо делать. То есть, либо исследовательские гранты, либо там в гаванях. Ну, в Кахоке, ладно, тут уже один ход остался, пускай доведет. Промышленные зоны. Исследовательские гранты. Промышленная зона. Исследовательские гранты. Тут исследовательская гавань. Так, и здесь. Судоходство в гавани. Вот так. Норм. 28 ходов написано. Угу. Блин, он начинает последнюю эту запускать. Это хреново. Так, я получил Нобелевскую премию мира. Ну, как раз, как всегда, дают той цивилизации, которая ядерные ракеты первой бросает. То, что надо, как говорится. Так, Сан-Луис отвалился. Окей.
Очистим тут территорию. Но мне надо форталезы захватить. Как угодно. То есть сначала я займусь форталезы. Да ладно, что тут. О. Так, отлично. Следующим ходом, по идее, форталеза упадет. Или нет? Послов. Мне их особо и некуда уже отправлять. Поленки. Ну, давайте в поленки отправлю. Ну, вот эта береговая электростанция мне нужна. И умер. И рок-группа расформирована. И рок-группа расформирована. Не хватает. А на следующем ходом куплю. Так, по-моему, больше не бегает в Индонезию, так что это надо в Индонезию отправить, да. Озарение для всех технологий информационной эры, которых у меня... Блин, Финикия получит классного ученого, блин. Ну, 1500 космической гонки. То есть, мне он не нужен, потому что я не собираюсь космической гонкой побеждать. А вот Финики, он как раз в тему, она там улетает. Охренеть, у меня единственные реликвии священные. Голландия хочет их у меня купить. Нет уж. Так, конгресс. О, туризм от шедевров этого типа удваивается. Так, мне надо что-то, чтобы это прошло. Вопрос, от каких шедевров мне надо, чтобы туризм удваивался? Какими шедевры дают больше всего туризма? Может быть, все-таки артефакты? Я бы за артефакты проголосовал, пожалуй. Есть тут, тут есть возможность за артефакты? Артефакт. Просто все надо туда вбрасывать, все, что я могу. И это сказано плюс 5 к боевой мощи, ну, не знаю, там... Разведка. И дипломатическая победа за меня... Нобелевская премия по физике. То вообще дипломатии пока впереди. Екатерина Медичи 10 из 20, но это нормально. Так, давай. Давайте, прошли шедевры. Ой, не шедевры, артефакты, пожалуйста. Давай, давай. Ну, написано, что принято. Тут тяжелая кавалерия.
Два очка Педру, это пофигу на самом деле. О, Бадунг к нам присоединился. И захватываем Форталеза, да? Да. И тут надо покупать инженера военного. Отлично. Еще и строителя заодно. Блин, а что ты тут появился, инженер, а не в военном лагере? Что за подставы постоянные? Так, что тут вообще за научными... О, блин, бразилец уже улетает. Блин, а Дидони осталось... Да, ребята, походу мне не хватит. Хотя, если я все-таки бразильца захвачу, то я должен победить культурой. Мне надо захватывать бразильца. О, тут нету ни гавани, ни коммерческого района. Ну, зашибись. Как же это все произошло? Явно то ли, ну короче, какое-то чудо захватил на дополнительную карточку. Ну, у меня все на туризм поставлено, мне блин, ничего не надо на туризм. А давайте вот дополнительный уголь, не знаю. Что за хрень? Сука, что принял? О. Так, что тут? Как долго Форталеза у меня будет? Два хода. Блин, ну я не успею поставить. Тут на равнине надо ставить.
Блин, а как нам бразильца остановить? Он улетает. Один световой... Ну, пока один световой ход в год. И нам надо захватить тот город, откуда он улетает. Я вот не уверен, что это столица. Наверное, Манаус. Мне надо в Манаус будет ядерку бросить, да? Опа, в Киото у нас повстанцы появились. Ух ты, еще и извержение. Ну ладно, мне как бы города эти уже не нужны, по-хорошему. То есть Хайно все извергается и горит ясным пламенем. Ой, блин, а что я тут убрал? Могут выбирать любой тип повышения. Ну и что за хрень? Почему у меня нету этого любого типа повышения? Нормально. Блин, еще и времени. С бразильцем еще воюют? Чандрагупта, который хрен знает где. Перехватил мою ракету. Нет, нет. Вот там линкор, который сбил ракету, представляете? Да вы задолбали, ну. Где у меня третья подлодка? Уроды, а. Я мог бы этот город сейчас захватить. Он сбивает ракету минус Джейросом, но это какой-то бред, честно говоря.
Блин, как же мне тут... Так, ну мне надо вернуться сюда роботом, чтобы форталезу следующим ходом, я так понимаю, она отвалится. Блин, ну и... А, вот отсюда добежит робот. Так, тут убираем... Захватываем форталезу, ставим здесь шахту. Смысл тут убирает, сейчас буду, скорее всего, опять ядерку бросать. Надо, у меня 3 ядерных ракет, надо их сохранить пока. Я зря прошлым ходом еще одну кинул. Юнит потерян. Где Турция? Последний великий человек остался, походу. Девять тысяч 250 туризма. Ни хрена себе. Эх, блин, 5250, но юнит потерян. К сожалению. Сейчас форталеза отвалится. Так, форталеза обратно отвалился. Я его не могу нормально захватить. К сожалению, тут у меня, конечно, инженеры еще захватили. Почему у меня тут карточки слетели, интересно, на туризм, что-то не пойму. Да, и меня, кстати, Индонезия осудила прошлым ходом. Видимо, не работали прошлым ходом карточки, по той причине, что ядерки там... Ну, это какой-то глюк 6-й цивы, между прочим, что карточки слетают. Это не просто так, да. Кстати, а что там с Финикией? Я тут, конечно, бразильца мутузю, но там и Финикия улетает. Но она еще не запустила последний.
10750. Блин, тут одна группа вообще как за 10 ходов, да? Дает концерты. Доходство в гавани. Сколько там осталось? До флотоводца. Так, у меня уже культура среди Швеции. Ну, так получается, видите, 225. Походу, именно я не... Мне надо было бразильцев. Видите, уже больше 225. То есть тут еще Дидона осталось и Сулейман. Ну, Дидона, Китай и Сулейман, они примерно одинаковые. Все. А потом бразилец. И вот мне не хватает, чтобы бразильца добрать... Чуть не хватает дозабрать бразильца. Вот и все. Мне надо как-то форталезу захватывать. Не знаю. Надо сейчас туда ядерку бросать как-то. Покупать опять инженера военного. Кидать ядерки на эти города. Но мне надо... Знаете, мне надо его реально просто полностью захватить. Бразильцы, а не просто ему города разрушить, чтобы уменьшить количество необходимой науки. Науки, культуры, которыми мой туризм должен перебороть. У меня это не получается. Then you drive out. I never think of the future. Так, ну надо форталезу, видимо, бросать и захватывать. И вот я бы сюда бросил. Ну не должен тут отбиться вроде как. Так, форталеза захватывается. Убираем загрязнение и покупаем военного инженера. Тут я поставлю эти и кину в Рио-де-Жанейро и в Манаус ядерки. Сколько у меня ходов будет форталеза держать? Ну, два хода она продержится. То есть я следующим ходом тут ставлю, по идее. По 8 ходов, хотя на самом, конечно, деле, если я не провожу концерты, ну вот, умирают рок-группы. Все три шпиона провалились. Опять не работает. Почему у меня сброшены карточки? Из-за ядерки? Потому что я ядерку бросил.
Блин, у меня еще и границы с Римом закрылись. Слушайте, может подговорить соседей Рима на войну? Ой, Рима, Бразилия на войну с ней. Глянем, кто там. Кто рядом с Бразилией и кто его не очень любит. Индонезия его почему-то любит, и Рим его почему-то любит. Ну, блин. Нечестно. Норвегия, Спарта, Франция и Индия. С Индией он и так в войне. Спарта. Я не могу предложить, потому что у нас с ним плохие отношения. Ясно. Франция. Она в дружбе с Бразилией. Да. И кто еще оставался? Норвегия. И Норвегия не могу предложить, потому что плохие отношения. Зашибись. Вообще еще Англия может. Англия. Англия с Бразилией в плохих отношениях. Отлично. Слушайте, а давайте еще и посольство постоянное. Не хочет. Просто не хочет. Так. Клетки аквапарка или гавань? Это аквапарк? Это аквапарк. Работаем. 3000 туризма. Не 10 тысяч, потому что это не гавань. Вот потом мы сюда поедем, в эту гавань. О, во все, кроме одной, распространилась моя культура. Прикиньте. То есть мне реально Бразилию осталось загнобить и все. И моя победа таки. Так. Блин, не добегает. Ой, как мне это задолбало. Ну, вообще невозможно ничего сделать просто. Просто невозможно ничего сделать уже. Я тут не могу поставить шахту, потому что здесь камень, понимаете? А тут все... Я не могу просто кинуть в Бразилию никакие ядерки, вот и все. Я могу купить самолет, предположим, здесь. Но фортаleza отвалится следующим ходом. Вертолет 82 атака, а современный танк 90. Эти современный танк. Ну, нам надо как-то эту форталезу захватывать. Так, и мне нужен самолет, правда, он, наверное, отвалится. Когда город отвалится. Следующим ходом форталеза опять отваливается.
блин. Да, блин, опять что ли свалилось? Почему опять не могу выбрать карточку? Ну, ё-моё. Ой, блин, почему какие-то странные проблемы тут у нас? А я вообще смогу в этом тут провести концерт? В Бразилии, если я в войне с Бразилией. Все. Все великие люди взяты. А и тут мне тоже нету смысла уже ничего строить, ничего делать. Только вот... Ну серьезно, ну почему я не могу нормально ничего взять? Пять тысяч туризма, отлично. Десять ходов. Блин, была бы захвачена Бразилия, я бы победил, но... Хреново я подготовился к атаке на Бразилию, далеко, ну просто вот тупо она находится, Бразилия максимально далеко от меня. Была бы Бразилия захвачена, я бы уже победил культурой. Они меня не убили боевого робота, или еще бразилец не ходил просто? Прошлым ходом я ей предлагал дружбу, она отказалась. Вот сама, когда предлагает, норм. Нет, походил бразилец. Странно. Форталеза еще доступна. Сколько он там уже в ход улетает? Все еще один световой. Ага, тут еще и Финикия полетела. Ну, в общем, можно уже... Я не могу точно Бразилию захватить. То есть надо пытаться как-то туризм максимизировать. Но я не знаю, как мне это сделать просто. Просто не знаю. Ну, вот я сейчас еще одну... Ядерку использую, чтобы форталезу захватить, но... Блин, ну это... Это дебильно, мне ядерки нужны для следующих городов, а я больше их не могу построить, потому что у меня уран потратился на боевого робота и на... урановую электростанцию. А с другой стороны, нафига мне урановая электростанция, если я там ничего не... Мне энергия не нужна. Ну ты где? Я не могу тут нигде шахту поставить для запуска ракеты. Уже почти все губернаторы с полным в полной прокачке, вообще охренеть, конечно.
В прошлом писала 10 ходов осталось, теперь вообще не пишет, сколько ходов осталось. Блин, опять сбросилось все. Ну. Я это выбираю на самом деле, потому что это, не потому что мне это надо, а просто чтобы не тратить время на создание чего-либо в городах. И юнит потерян. Мега-козлы название у группы нормальное, конечно. Я не знаю, почему я то могу у групп любые названия выбрать, то не могу. Фиг знает. Три хода. Угу. Если бы. Это на самом деле чисто из-за того вот концерта, который... Дали группы, там сколько, 10 тысяч туризма. Если бы я каждый ход дал по 10 тысяч туризма, я бы выиграл за 3 хода, да. Но не сейчас. Это неплохо. Так, как там улетание происходит? Один световой ход. Ну, в Бразилии, не знаю, еще ходов 15, наверное, если по одному световому ходу. Сейчас повторю, если бы я уничтожил Бразилию полностью, то я бы уже победил культуру. Но я это не могу сделать. У меня тупо далеко. С другой стороны, может, мне действительно с ним мир заключить и караваны отправить, чтобы больше на него культура влияла теперь.
Форталеза, кстати, в чью сторону отваливается? Ну вот Сальвадор де Байя явно не в сторону Бразилии. Это явно, наверное, на Рим. Вот Сан-Луис, наверное, все-таки обратно к Бразилии отойдет, как и Форталеза. Да, давайте мне еще все войны. Сейчас еще, если мне Индонезия войну объявит, будет грусть. А это, кстати, она может проголосовать за объявление мне войны. Не то, чтобы она мне что-то сделать может. Но как-нибудь подгадить. То есть я не смогу, например, здесь вот проводить концерты. Хотя тут Рим есть, с другой стороны. Опять мне пишут во всех, кроме одной. Египет, Голландия, Финикия. Ну, не Индонезия, кстати. Кстати, не Индонезия. Treaties cause thee to turn a favorable eye upon thy. You can never plan the future. But... Напоследок планета решила наказать меня. 288 на 326. Короче, я уже думаю, это нереально тут культурой победить. Моя ошибка была, во-первых, мало театральных площадей, не построены были. Так, а Рим мне войну объявил? Нет, Рим нет, конечно же, как и Трипхувана. Дальше ошибся с карточкой шпионской. То есть поставил карточку на шпионов, а не на рок-группы. Так, давайте с Бразилии попробуем мир заключить и к нему будем отправлять караваны. Я не могу шедевры взять, потому что мне их некуда размещать. Что неправильно. Вот я хочу у него взять шедевры, просто чтобы их у него не было. Почему я не могу это сделать? Я считаю, это неправильная механика. Сколько он мне денег даст за мир? Бразилии не дотягивается. Турок мне войну объявил. Думаю, из Преслова дотянется до Бразилии. Блин, из Мариоки не дотягивается. Да что за фигня? Что, кинуть ядерку на Финикию напоследок? Чтобы она почувствовала мою ненависть.
начинается новая эпоха, информационная эра. И Япония в темных веках. Не хватает культуры, чтобы победить всех. Не всем аниме нравится, не всем покемоны по душе. Ну, давай уже, там еще и Польша заканчивает лунную экспедицию. You can never plan the future by the past. Так, ну что, из Преслова добираются до Бразилии, нет? Блин, странно, у меня ж вроде откуда-то когда-то бегали караваны. Давайте посмотрим доступные пути. Это в Китай, в Китай. Вот, из Бадунга в Манаус. Ага, вон оттуда у нас. Понял. Не получается, я не знаю. Я просто не знаю. И мега-козлы закончили свое существование. Голландия поспешила мне войну объявить с своими вкусненькими караванчиками. Я убьюсь просто, чтобы не заниматься этим юнитом. Я реально походу всех губернаторов прокачаю полностью. Вы такое видели вообще? Еще какой-то город отвалился ко мне. Отлично. О, ачивка какая-то френями. Странно, и он все равно продолжает отваливаться, теперь не в мою пользу. Ну, пофигу. Что с наукой? 38 туристов. Я не знаю, как тут это вообще можно. Так, давайте в Бадунге купим рок-группу и в Преслове. Так, отсюда в Бразилию. Всего лишь 1750. Нафига я его принимал, этот город? Хе.
Как могут пушки какие-то устаревшие все равно ломать эти подводные лодки? О, 7250. Это прилично, конечно. Но все равно не поможет мне победить. Куда у меня вообще уран уходит? На энергию, что ли? Блин, где тут скидка на апгрейд? Интересно, я успею реально все прокачки дать? Мне осталось, в общем-то, один ход. И будет ли за это какая-то ачивка? Соответствует целям Трипхуана ядерный агрессор? Ну что меня тогда обвинило? Спрашивается, если ей нравится, что я ядерный агрессор. Так, ну что, последний титул. Все губернаторы прокачаны, прикиньте. Вы такое видели? Даже непонятно, что с ними делать. Ну, блин. Я не знаю, смысл, имеет ли смысл вам дальше вообще показывать. То есть я имею в виду вот полностью каждый ход, а еще юнит потерян, потому что каждый раз я еще и теряю юниты. Потому что, смотрите, мне еще требуется аж 47 туристов. То есть тут даже Сулейман, а не бразилец впереди. Поэтому я предлагаю, я просто сейчас прокликаю, пока бразилец не улетит, и покажу вам финальную. Не смог я победить культурой. Моя ошибка, если из глобальных, то есть понятно, что можно было больше максимизировать культуру, даже если не брать внимание, что я театральные площади не везде построил, да, то есть в принципе я, у меня с шедеврами нормально. Глобально, вот если глобально брать, первая вот эта ошибка, карточка на шпионаж была поставлена, когда я покупал рок-группы. Если бы я их купил с карточкой на именно рок-группы, я бы не так много рок-групп потерял, я бы накопил намного больше культуры и мог бы даже победить, не вынося бразильца. Вот в этом проблема. А вторая проблема, что бразилец находится очень в неудобном месте от меня, и я реально не подготовился для его атаки. То есть, да, Сан-Луис и Форталеза захватывались, но тут было так неудобно пройти, я не смог здесь поставить, получается, никак. Возможно, мне надо было подать все-таки термоядерку, и уже, смотрите, тут одной термоядеркой
вот кидая сюда одну термоядерку, я накрывал и Форталеза, и Сан-Луис, и Рио-де-Жанейро. И эти три города спокойно бы захватывались. Захватив эти три города, дальше, я думаю, купив здесь этого военного инженера, было бы намного проще остаток. Тут буквально раз, два, три, четыре, пять. То есть мне надо было просто, чтобы бразильцев вообще не осталось на карте. И я бы вообще побеждал культурой. Ну, давайте я прощелкаю дальше. Включаюсь опять через несколько ходов. Мне снова пишут, что я распространил везде, кроме одной цивилизации. Победа через семь ходов, но это все равно нереально, к сожалению. Ну вот уже 170-й ход идет, не знаю, когда они там уже улетят наконец. Но я никак не могу приблизиться. Видите, мне 353 из 381 требуется. Я использую там рок-группы, какие у меня накапливаются, но по-хорошему приближения никакого по туризму не ощущается. Я, кстати, не знаю, то есть почему-то компьютер ни Бразилия, ни Финикия никак не ускоряют свой лет. То есть они как летят один световой год, так и продолжают. Почему-то. Я не знаю, вот сколько осталось на самом деле лететь компьютеру. Так-то обычно, по-моему, 27 ходов или 25. А он уже запустился, когда я нападал на него, на бразильца. Ну, вот, к сожалению, как есть отставание в туризмах примерно, ну вот уже было меньше 30, да, а сейчас получается 30, даже 40, 42 туриста мне не хватает, как этот ход начался. Ну, так что... Ой, я получил еще какую-то ачивку за Нобелевскую премию только что. Походу, выиграл все Нобелевские премии, которые возможно было. Вот еще, смотрите, еще под сколько тут 3 хода прошло. Не хватает мне 28 очков туризма. Написано «Победа через 4 хода», но, к сожалению, это даже не рядом. Конечно, я играю концерты, но... Все, когда там уже этот долбанный бразилец улетит? О, слушайте, тут Индонезия бросила ядерку на Спарту. Внезапно. Ну, Индии Ганди нету, хотя есть Индия Чандрагупта, так и вместо нее тут сумасшедшая Трипхуана, похоже, с ядерками. Я чтобы на Бразилию, которая улетает. Ну, наконец-то. Наконец-то. Потому что очень долгие переходы хода, да. Бразильская империя. Давайте графики посмотрим. И вы знаете, даже не здесь... Это лучше выйти в главное меню, потому что здесь не все данные показывают. Выходим в главное меню, заходим в дополнительный контент, зал славы, история. Вот, нашел, где поражение, сведения об игре. Вот сюда заходим, и здесь намного больше будет графиков и всякой информации. Мне просто интересно посмотреть графики туризма. Ну, почему я проиграл, я вам уже объяснил. Но дело в том, что в игре еще и хреново показывается инфа о туризме. Если наука всегда понятна, откуда и сколько идет, то туризм, мягко говоря, не очень. Вот тут я загрузил графики, тут, кстати, намного больше как всякой инфы, как я и сказал. Меня интересует культура игрока. Ну, вот это явно я тут так топил, так? Но туризма тут, походу, так все равно не показывает. Вера игрока, выбросы СО2, захваченное золото, использованное ядерное оружие. Ну, тут 4 раза я и 2 раза Трипхуана кинула в Спарту. Чудес природы. Преодолено световых лет. Ну, видите, тут они по одному году почему-то летели. Не знаю. Да, к сожалению, я думал, что тут можно будет посмотреть количество артефактов. Там, знаете, вот это количество игроки, религия.
преодолено световых лет. Количество реликвий, вот это вот все создано. Но, к сожалению, нет. Никак тут не показывает. Жаль, ну, как я и говорил. Кстати, нету военной победы только в этом. Надо дуэльку сыграть с кем-нибудь. Как я и говорил, моя основная ошибка, вот самая такая, не везде театральные площади поставил, ошибся с карточкой на рок-группы. То есть я первые, сколько там я этих рок-групп, штук 15, да, закупил за религию, и они все с рандомными получились улучшениями. Хотя надо было брать, я так считаю, что лучшее улучшение вот на 1000 туризма. То есть если даже у вас рок-группа расформировывается, то вы 1000 туризма, 1000 и плюс еще сколько-то туризма все равно получите. Это очень большой буст. И когда бразилец стал улетать, я хреново подготовился к его захвату. Но прямо скажем, он и располагался очень неудобно. Просто вот максимально неудобно для того, чтобы пытаться его захватить. Если бы я полностью уничтожил бразильца, то я бы победил культурой просто вот в момент его уничтожения. Потому что он тогда последний оставался, кого мне надо было обратить туризмом. Но все равно вот такая игра получилась. Я не считаю, что... Тут, точнее так, я считаю, что сейчас Фераксис победу туризмом сделали очень неочевидной такой, знаете. Она вполне достигается, это тут мои ошибки, которые не позволили мне это сделать, но она очень неочевидная, ты не понимаешь. Вот в Лизере мне там писало, осталось 3 хода, осталось 4 хода, но на самом деле эти 3-4 хода означают, что если я вот буду столько же туризма делать, сколько я сделал за последний ход, то через 3-4 хода я победю. Но я это их делаю за счет рок-групп, а не за счет туризма вход. И вот это все очень неочевидно и, мягко говоря, дебильновато сделано. И она какая-то немножко муторная. Я поэтому и говорю, что мне больше нравится наукой побеждать, то есть улетать в космос. Это просто не требует от вас стольких, такой, грубо говоря, работы. И даже победа религии, хоть там нужно микроконтроль, она просто раньше делается, и это как-то приятнее, что ли. Ну, а в сетевых играх победу туризмом легко контрить. Тебе вам даже не надо особо там воевать. Ставите карточки на то, чтобы к вам рок-группы не приезжали. И культуру хоть какую-то имейте, и все, человек победить не может. Ваши впечатления и отзывы, надеюсь, прочитайте в комментариях. На этом все. Играйте в умные игры. И следующим я планирую выложить FIFA сериал, в котором играло 8 человек, но я не играл. Я комментировал, как они играли. Мне кажется, это будет интересно. Играйте в умные игры, всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!